Итак, всем привет, друзья, с вами Артишок, и сегодня у нас Horizon Source. Абсолютно неизвестная, непопулярная игра, как по мне. Обзоры смешаны, их всего 926 обзоров, вышла 20 марта 2018 года. Игра эдакий внебрачный сын PUBG и Overwatch. То есть у нас есть открытая карта, прыжок самолета, бегаем, лутаем оружие, убиваем врагов, но при этом у нас есть герои, которые имеют определенные способности. Сервера на данный момент только два сервера. Это азиатский и NA. Мы, естественно, будем играть на NA. На азиатском я даже боюсь представить, что за пинг у нас будет. Надеюсь, и на NA лагать тоже не будет. Итак, матч нашелся. Выберем героя, возьмем какого-нибудь интересного героя. Давайте пока базового солдата возьмем. Я думаю, нам будет попроще именно им играть. У нас в команде уже есть хил. Я не знаю, как-то это нужно, это не нужно. Есть режим от первого лица, от третьего лица. Ну, пинг, конечно, оставляет желать лучшего, 180. Вот такой вот у нас самолет. Да, это не автобус, да, это не самолет настоящий, а какой-то космический шаттл. Я думаю... Так, все хотят прыгать в Rival View Apartments. Ну давайте с ребятами полетим. Прыгнем, возможно, выбьемся в топы, возможно, нет. Но переснимать, я думаю, я ее не буду. Графика, ну, пока непонятно. Сдалека кажется то, что вроде бы все нормально. Но какая-то она мыльцой попахивает немного. Пинг просто скачет дико. Звук очень громкий, я сделаю, естественно, потише. Так, прыгаем мы как в Fortnite, собственно. Справа мы видим мобилки, прицел. Господи, какой звук громкий. А что, я последний приземляюсь, получается? Ну нет, вон парень тоже только приземлился. Господи, но по движению уже видно то, что она такая себе. Так, нашли мы броню. О, не нашли мы пока оружие. Вот и оружие теперь у нас есть. Мы можем целиться от бедра. Чего ты за мной бегаешь? Ну ладно, пойдем, я тебе помогу. Я не знаю, что я собираю. Я вижу то, что у меня есть какие-то гранаты, какие-то мины. Парень собирает все оружие, которое видит. Главное, что у нас есть броня. Вот такой вот интерфейс. Что мы взяли? Weapon level 1, level... А, weapon level 2. То есть, видимо, они здесь... О. Появился у нас какой-то обзорный предмет, который не юзается у меня. Так, по нашему парню уже стреляют. Пойдемте ему поможем, наверное. Отлично, вот он первый наш килл. Мы, естественно, сразу добьем, так как мы не знаем, что будет дальше происходить. Но это было прикольно. Чисто по ощущениям, баллистики просто ноль. Вон они, ребята. Отлично, отлично, ребята. Неужели у меня нормальная команда попалась? Подлутать бы. Есть хилка, есть такие штуки, есть патроны. Отлично, еще одного убили. Смотри, у меня молодцы какие ребята. Попробуем лутануть аирдроп, наверное. Оставим немного лута для ребят. Я не понимаю, тут такая же механика, как в Fortnite. Нужно прыгать постоянно. Наносим мы много-много урона. Кого? В кого стреляете? Отлично, отлично. Что за команда у меня? Чудо-команда. У нас пока 2 килла, 19 уже в живых осталось.
Оружие. Ох ты, мне кто-то прописал как. Хилок очень много. Хилимся мы на месте, двигаться не можем, кстати говоря. Слушай, да мы все расстреливаем просто, мы смертоносная команда. Жаль, у нас первая катка будет топ-1. Я не успеваю за ними просто. Она умерла? Она умерла? Или тут есть инвиз какой-нибудь? Отлично. Я немножко не понимаю, нам в бэтпак попали. У нас сумка. А, это, наверное, наполненные сумки. Кто-то по мне стрелял. Я побегу к нашим ребятам. Что за машина? Алло. Да, они просто не обращают внимания на нее, им вообще все равно, по всей видимости. Ну, такая игра, конечно. Баллистики 0. Непонятно, когда в тебя попадают, когда в тебя не попадают. Давайте до конца захилимся. Что-то у нас оружие ломается или что, я не понимаю. Давайте-ка мы сделаем вот так вот. Возьмем оружие поновей. А щит? Щит куда его одевать? Ага, ёпта. Понял, понял. Мы в зоне вообще? Да, мы даже в зоне. И осталось-то всего 11 человек. Интересно, это вместе с нами. Weapon level 1, bullet, патронки. Нам бы броню новую найти. Invisible генератор. Не знаю, что это. Здесь еще можно строиться. А получится как в Fortnite быстро? Да, нифига себе. Прикольно, прикольно. Закос, правда, лютый. Как отменить? F1, U. Как отменить? А, вот все отменили. Строиться мы тоже можем быстро. Блин, нужно забиндить кнопочки. FPS немножко проседает. Но это, видимо, не FPS, а все-таки пинг проседает. Ну, мы, ребята, дали жару, конечно. Мы на изичах вообще развалили там все, что было. Еще у нас отряд мощный. Здесь вообще не залутано. Патроны берем, гранаты берем. У нас есть большие аптечки. По мне стреляют, ребят, по мне стреляют. Как убрать? Мы его видим, видим, видим. Стой, друг. Вот этот джунгли, я просто его не вижу. Пожалуйста! Меня убили, меня убили. Да не добивай! Жесть, очень громкая игра. Все непонятно, звуки непонятно. 7 человек живых, мы убили только 2. Ну, я думаю, мы не будем досматривать, как наши ребята закончат. Ну что, вот такой вот у нас Horizon Source. Одну каточку мы записали, так, чисто для проверки. Графика слабовата. Механика в игре, ну, стрельба, по крайней мере, просто отвратительная пока что. Ну, поэтому, наверное, обзоры и смешанные. Все-таки людям она не зашла. Но раз она бесплатная, попробовать все равно стоит. Может быть, вы себя найдете в этой игре. А я говорю вам, всем пока.